сюда их отправляем. Вот так вот. Два. Ага, очень мутная камера. Я здесь там через компьютер резкость на ведущем? Не особо. Не особо? Вы-то не видно? Вот третий. Этот не в своей кепке. Давай-давай, воспроизведи. Так, первый. Видишь, пошел. Сними он, да, вообще? Да, да. Второй. Сейчас третий пойдет. Третий как-то по-другому, наверное, прошел. Чуть позже. Ох, я не думаю, это надо. Вот он. Бля, почти голову. Молодой вообще щенок. Один, два. Теперь надо выход смотреть. Сейчас третий. Да, сейчас выход найдем. А, можно их назад, когда они пойдут. Ну, я и говорю, когда выходить будут уже. Отсюда, так, если не через ворота пошли. Если только они не загнут. Снимай. Тихо ты. Ты стоишь, и как раз этот сосед. Я стою, вот Радмир, мама выходит. Не трогай дядю. Вот они сейчас тут. Ё-моё, они что, сейчас разойдутся прям, что ли, смог? Нет, да не понимаешь, они наверх ушли. Они поняли, да? Вот, нет, вот они, вон. Да, вот быстро, наверх быстро. Они ушли, прикинь. Я сижу в машине, мимо меня прошли. Все, вот они. Сейчас Радмир выйдет, да? Мне просто мне больше интересно, за какое время они это сделали. Вот, смотри, вот сейчас она. Даже просто, сейчас здесь по району можно прокатиться, посмотреть вот это. Я, кажется, их видела только что. Ну-ка, дай я посмотрю. Сая, иди. Вот он. Вот он с моими вещами, да, увидел? Угу. А вон достает что-то, ключи или что? Да.